Тем временем блогеры готовятся охлаждать напитки в микроволновке. Общеизвестный факт. Микроволновая или СВЧ-печь – это электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи в быту или на производстве. Но до сегодняшнего дня никто не делал прямо противоположного – не использовал микроволны для быстрого охлаждения. Продукт компании EnviroCool Limited – Vitex – это экологичная эффективная система, которая позволяет охлаждать напитки за считанные секунды. В бутылках или банках гаджет способен охлаждать напитки в любых емкостях. Vitex использует ротационную последовательность для создания вихря Ранкина, который поддерживает напиток в его исходном состоянии одновременно, быстро понижая его температуру. Обратные микроволны требуют почти на 80% меньше энергии, чем традиционные охладители для напитков, сохраняя деньги и поддерживая экологию. Vitex также позволяет освободить место в обычном холодильнике, поскольку большинство напитков можно хранить при комнатной температуре, охлаждая их непосредственно перед употреблением. Очень интересная штука. Когда появится в продаже? К выпуску планируются две версии Vitex – коммерческая и домашняя, но сроки выхода новинки не уточняются, так что пока придется пользоваться старым добрым холодильником. Тем временем оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город». И не забывайте читать и комментировать наши публикации в специальной группе ВКонтакте. До свидания!